Правило первое. Никакого спиртного. Море, конечно, покажется вам по колено, но риск переохладиться возрастет в разы. За пару часов до купания нужно плотно поесть. Организм будет вырабатывать больше энергии и лучше справиться с холодом. Перед погружением в воду хорошо размяться, разогнав кровь и разогрев мышцы. Достаточно будет приседаний и наклонов, как при обычной зарядке. Первый раз не стоит окунаться с головой. В избежание рефлекторного спазма сосудов в головном мозге. До шеи окунуться первый раз. Окунание не более 1 минуты, ну, проще всего, если вы этим никогда раньше не занимались, и у вас нет подготовки окунуться и сразу же выйти на берег. После нужно обязательно растереться полотенцем. Не помешает кружка горячего чая. Опять же, никакого спиртного, иначе не минуете спазма сосудов. Если вы страдаете хроническими заболеваниями сердца, почек, легких или суставов, лучше отказаться от крещенских купаний. Ледяная вода может спровоцировать обострение. Разумеется, никаких подвигов в проруби при насморке, ангине, рините и фарингите. Ну а если вы здоровы, то для вас при соблюдении всех перечисленных советов зеленый свет.